Активисты Одинцовского отделения «Единой России» посетили тренировку по детскому футболу на стадионе поселка Горки-2. Мероприятие прошло в рамках реализации проектов «Детский спорт» и «Одинцовская спортивная семья». Единороссы пообщались с детьми, посещающими секцию по футболу, и обсудили с руководством перспективы развития спортивной отрасли на подведомственной территории. Также депутаты отметили хорошую оснащенность стадиона.